Детский лагерь, который работает на базе пансионата «Восход», традиционно открыл свои двери для детей в летние каникулы. Лагерь работает в три смены – с начала июня до середины августа. Для юных посетителей представлен целый спектр активностей. Тут можно не только весело проводить время на детских спортивных площадках, но и посещать различные кружки и бассейн. Вот, дети в нашем лагере никогда не скучают. Естественно, занимаются спортом. Спорта у нас огромное количество. У нас свой собственный плавательный бассейн, где они ежедневно посещают его. Квесты, мы различные квесты проводим для детей. Конкурсы видеоклипов, конкурсы сказок. Вот, кружковые студии у нас работают. Их у нас 6 кружковых студий. Дети активно их посещают. Проинспектировать работу лагеря приехал глава района Михаил Токарев. Он посмотрел, как обустроены комнаты для ребят. Они проживают в 2- и 4-местных номерах. В столовой для ребят предоставлено 5-разовое питание по принципу мини-шведский стол. Они могут выбирать меню из нескольких блюд. Столовая вмещает 350 человек. Полная стоимость путевки – 45 тысяч рублей. Но для ребят из Сергиево-Посадского городского округа, чьи родители самостоятельно купили путевки, есть возможность получить частичную компенсацию. Увидели детей, которые отдыхают из Сергиево-Посада, которые покупают здесь путевки, потом приходят в управление образования для компенсации частичной стоимости. Лагерь будет работать 3 смены. В каждую смену 400 детей лагерь может принять. Для подготовки к приему детей в 2019 году на текущий ремонт потрачено более 3 миллионов рублей. Сейчас в лагере «Восход» отдыхают почти 300 детей, 40 из которых из Сергиево-Посада. Алена Ромашкина, Кирилл Емельянов. Программа «События».